наши слова во славу тебе. Ибо мы такие же, каким был ты. До того, как ты вознесся, и 8 стали 9. Ты был среди нас, великий Талос, не бог, человек. Серебряная рука. Эти двое больше нас обнаглели настолько, что напали на Йорваск. Мы положили... всех. Серебряная рука. Они обнаглели настолько, что напали на Йорваск. Серебряная рука. Они обнаглели настолько, что на Йорваск. Эти двое больше нас не побеспокоят. Они обнаглели настолько, что напали на Йорваск. Мы положили почти всех. Тебя носило. Надеюсь, это было важное поручение. Ведь из-за него старик остался без защиты. Серебряная рука. Они наконец осмелились напасть на Йорваскр. Мы отбились. Но старик, Кодлок, погиб. Нет, но они унесли все наши обломки в Утрат. И мы с тобой должны вернуть их. Мы атакуем их главный лагерь. Никто из них не уцелеет, чтобы рассказывать свои байки. Только в Йорваскре воспоют эту битву. Мы отомстим за Кодлока. И перед смертью они познают ужас. Если вдруг понадоблюсь, я буду дома.
когда-нибудь. Дорожки, брат.
Остальные, наверное, уже подготовили все к погребению. Приходи проститься с ним в небесную кузницу.
Остальные, наверное, уже подготовили все. Слова во славу тебе. Приходи проститься с таким небесным. До того, как ты вознесся и восемь стали тебе, ты был среди нас, великий Талос. Не бог, человек. Но ты был когда-то человек. Кто начнет? Давайте я. Перед древним пламенем. Мы печалимся. Перед лицом потери. Мы скорбим. Опавшим. Мы плачем. А для нас настал момент прощания. Его дух отошел. Члены круга, давайте же отступим в нижнюю кузницу, чтобы вместе горевать об ушедшем. Обломки Вутрат все еще у тебя? Мне нужно подготовить их к перековке. Не нужно пафосных речей, мальчик. Разумеется, я хочу попросить тебя о небольшой услуге. Есть еще один осколок, который Кодлок всегда держал при себе. Ты можешь пойти в покои старика и принести его мне. Я не достоин того, чтобы копаться в его вещах. Я ценю это. Не сейчас.
Я все пытаюсь понять, почему Скьор вообще тебя... Сходить что ли до варню, поглядеть, что они там поддержат. Ты снова здесь. Благодарю. Твои братья по оружию удалились в нижнюю кузницу. Думаю, они ждут тебя. У старика было одно предсмертное желание. Оно не исполнилось. Вот и все. Лунная кровь не такое уж и проклятие, чтобы ты не думал, Вилкас. Для тебя это не важно. Но он хотел очиститься. Он хотел встретиться с Изграмором и познать величие Совнгарда. Но этому не суждено было сбыться. Из-за него уже отомстили. Котлок не стремился к мести. Нет, Фаркас, не исполнилось. И сейчас не время об этом говорить. Мы должны воздать почести Котлоку, что бы мы ни думали о крови. Это верно. Он хотел этого, и он это заслужил. Котлок часто говорил, что хочет очистить душу, даже в смерти. Ты знаешь легенды о могиле из Грамора. Там души предвестников внимают зову Северной Стали. В гробницу не войти без Вутрат, а она разломана на куски 1000 лет назад. А драконы были всего лишь легендой, а эльфы когда-то правили Скайримом. Если мир таков, каков он есть, это не значит, что он останется таким навсегда. Секира — оружие, инструмент. Инструменты ломаются, и их чинят. Это... клинок восстановлен. Наш брат по оружию впервые в истории собрал все обломки. Пламя героя может вновь сковать то, что сломано. Костер Котлока станет пламенем возрождения Вутрат. И тут нам снова понадобишься ты. Возвращение обломков — твоя заслуга. Значит, тебе и выходить с Вутрат на битву. Остальные готовьтесь отправиться к могиле из Грамора ради Котлока. Говорят, стража рассвета возрождается. И откуда только берутся эти вампиры? С тобой рядом. Ну что ж, нужно избавиться от них, пока не поздно. И тебе доброго дня, друг. Ладно, что мне принести? С мечом в руке. Показывает.
дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Вот заработаю деньжат на торговле с каджитскими побрякушки, всякой всячины и прочие безделицы. Я все еще здесь. Неужто? Раз так, отдай их Кеф. Достаточно. Теперь вдыхай глубоко. Чем могу помочь? Вдыхай глубже. Я хочу обострить твой слух. Дай испарением наполнить твои легкие. Я давно наблюдаю за тобой. Твои решения интригуют меня. И, возможно, ты подходишь для моего задания. Я послал благословение Мундусу, смертельную чуму, идущую по бретонским деревням. Один из моих монахов, эльф Аркендор, был послан собрать тех одержимых. По моей воле он отвел их в Птардамс, но с тех пор сбился с пути. Я не потерплю предательства. Иди в Птардамс и убей Аркендора от моего имени. Что за дерзкий вопрос? Эльф должен умереть. Либо исполняй мою волю, либо проваливай. У меня есть и другие смертные слуги. О, мелочные смертные! Я почти забыл. За это задание я дарую тебе артефакт великой силы. Щит двемерской работы, который защитит тебя от заклятий и мечей. Вернись, когда убьешь эльфа, и получишь его. Да будет так, смертный. Теперь иди, убей Аркендора.